Даш, лет-то тебе вон уже сколько? Ты все в девках ходишь. Ой, вот когда захочу, тогда и выйду замуж. Еще все завидовать будете. Не смеши. Вот не верите, а смотрите, как все будет. Поведаю я вам, подруженьки, о мечтах своих девичьих, как возьмет меня в жены добрый молодец, да счастливою сделает. Ой, решено, за Петьку пастуха пойду. Ты что? Он же... Ой, девки, он же вопросов будет меньше задавать. Ой, смотрите. Чтоб за молоденького замуж идти, надо наряд особый подобрать. Платьице коротенькое и букет соответствующий, кругленький. Петька оценит как минимум вот за такое удобство. И побежим мы с ним по полю вдвоем. Бежим, больше никого, травка щекочет. Так голубом, что ли? Тихо. Бежим, бежим мы с ним такие, как остановимся, да за руки возьмемся и в глаза друг другу смотрим. Подожди, как за руки взялись? А букет в какой руке? Фу, блин, перебили. С таким букетом руки всегда свободны будут. Повесила и забыла, Петька любит полевые цветы, а я считаю, что в свадебном букете должны быть розы. Слушайте, я что думаю, может быть, я лучше за Ваньку кузнеца пойду? Ага, он ничего такой. У него и конь вороной. На литье новом, на 19. Коню вороному подойдет что-то экстравагантное. Ярко-красный, не спадающий букет, например. Прям вот представляю, как мчимся мы с ним на коне и там вороном. На скорости бешеной. Навстречу счастью супружескому, да? А? А, да, да, конечно, конечно. И ветер такой, лепесточки теребит. Конечно, у такого букета есть что потрепать. Тут и розы, и калы, и бегунок вьющийся. Ой, девки, а если уж совсем несчастье улыбнется, то возьмет меня в жены купец наш местный. И заживем мы с ним долго и счастливо в поместье его, в Чигирях которое. Где же это видано, чтоб купцы на крепостных-то женились? В мечтах моих видано, очень даже отчетливо. Вон. Свадьба-то богатая будет. Платье все в перьях надену и букет возьму необычной формы диковиной. Так посмотришь, длинный он, с другой стороны взглянешь, полукругом сделан. Кто-то скажет, чудо чудное, а я говорю, тенденция свадебная. Так мы и не поняли, за кого замуж пойдешь? Ой, что пристали ко мне вообще? Вот кого встречу, кого полюблю, тому и отдам сердце свое навечно. И вообще пойду я от вас. Работа у меня непочатый край. Ой, коровы не доены. Нет, сюжеты не писаны. Совет вам да любовь. От Дарьи, дежурная по рубрике.